Проверили документы и нашли нарушения. Сотрудники ГИБДД искали маршрутчиков, которые не платят штрафы. Часто правила дорожного движения нарушаете? Нет, стараюсь, нет. А срок оплаты штрафов? Знаете, я оплачивал, я в ГАИ ездил, я все оплатил. Однако, когда проверили по базе данных, выяснилось, у него 2 неоплаченных штрафа. Шофер объяснил, что так получилось не по его вине. 2 неоплаченных штрафа. Вы про них помнили? Помнил, я только с ремонта выехал, я 2 месяца почти не работал. Мужчину привели в суд, и там приняли решение отправить водителя под административный арест. Только за эту неделю инспекторы ГАИ нашли 16 таких маршрутчиков.